Всем привет! Триллион украшений — это последнее испытание под названием «Изготовление украшений». Триллион украшений, изготовление украшений, окей. Третье испытание. Здесь нам потребуется найти жемчужины Санга в Ватацуме, звездные ракушки на побережье Лиюэ и тайватские продукты с зелеными листьями по всему Тайвату. Ну, это сахарок, наверное, да, этот. Короче, давайте с ракушек начнем, потому что я в этом уверен. Я часто в свое время собирал их, и они находятся... Вот рядом. А, отмель Яогуан. Вот этот телепорт, скорее всего. А сколько нам нужно было собрать? Там 2-3 штуки? По всему Тайвату. Так, по всему Тайвату мы в Ватацуме летим. Скорее всего, там можно... Вот, смотрите. Прям здесь. 1. 3 штуки надо. Так, это номер 2. И номер 3 тоже где-то рядом, ребят. Они рассыпаны прям здесь по всему побережью. Дайте мне один найти. Вова, смотрите. Так, мы забираем и улетаем. Все. Эта часть выполнена. Теперь Ватацуме. Ватацуме. Эти ракушки, кстати. Тут вопрос, где они там часто встречаются-то? В какой части? Ватацуме. Это же есть Ватацуме, да? Ватацуме. 47%. Но это на втором аккаунте, ребят. Мне если что. На втором аккаунте я не старался особо заморачиваться. Теперь нам потребуется найти эти ракушки. Великолепно. Они... Ну, вообще, как бы, казалось, что это все... А, я знаю, летим в... Ну, ладно, давайте сюда. Давайте сюда. Сейчас найдем. Нам всего 3 этих надо будет, да? Жемчужины. Они, скорее всего, внизу где-то располагаются. Ух ты. Вот там сундуков-то сколько. Так, жемчуг. Давно я здесь не был. А вот и жемчуг, кстати, смотрите. О, прям идеально приземлился. Нам нужно 3 штуки, здесь их 4. Я могу даже точку показать, где это все находится. Теперь, конечно же, это сахарок, ребят. Ну, скорее всего, в Манштате чаще всего встречается. Я буду использовать этот телепорт. Возможно, где-нибудь рядом мы сможем найти. Это, кстати, не обязательно сахарок, смотрите. То есть это любые растения с зелеными листьями. По сути, вообще можно любое растение... О, так это же тоже подойдет, смотрите. Да? Надо же. Окей. А вот, кстати, а если... Ягоды подходят тоже, смотрите. А, на, типа разновидность нужна. Я тебя понял. Один и тот же мы не соберем. Но зато мы можем найти это что? Во. Все, готово. Это было проще, чем я думал, если что. Так, триллион украшений завершили. Третье испытание. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.